Действительно, Кастильо, чего ты ждешь? Мы не можем выйти на берег, пока корабль не пришвартован. Капитан, корабль пришвартовался. Наконец. Поспешим, мы должны спасти Элизабет. Конечно. Минутку, Моргана. Да, папа. Береги себя. Симпкинс не из тех людей, с кем можно шутить, несмотря на его рост. Пожалуйста, папа, не мог бы ты пойти со мной и помочь? Ты действующий капитан, Моргана. Да, папа. Идем, мы должны торопиться ради спасения Элизабет. Конечно, но также мы должны соблюдать осторожность. Если нас самих убьют, мы не сможем ей помочь. Ладно, я согласен с твоей ролью капитана. Ну что ж, друзья, с вами Валерий, и мы начинаем операцию по спасению жены Бриска Элизабет. Вот. Ну, для начала я вычитал решение проблемы с серьгой. Нам нужно еще раз поговорить с Начо, попробовать. Должно помочь это. Hello, Nacho. Привет, Hello, Начо. Captain. Здравствуй, капитан. Ты все еще заинтересован присоединением к моей команде? Ты уже нашла остальных членов экипажа? Я нашла двух из трех людей, которые мне нужны. Согласен быть третьим? Возможно, я ошибался, но я пока не уверен. Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я что-то сделал в доказательство того, что достойно быть твоим капитаном? Весьма любезно это предложить. Согласен. Я всегда хотел золотую серьгу, чтобы выглядеть как настоящий пират. Золотая серьга? Давай забудем об этом. Ты же не захочешь испортить свою репутацию, отказавшись от сделки, правда? Ладно, но ты просто испытываешь мое терпение. Я буду ждать здесь, на острове, но недолго, так как капитан Симпкинс сделал мне хорошее предложение. Так, а вот теперь можно отправиться к Санче. И купить у нее серьгу. Where do you want to go? Так, отправиться в другое место. На пустой остров. К Санче. Покупаем серьгу. И отдаем ее Начо. Просто игрушка, как там пояснили, игрушка линейная, поэтому спешить нельзя. Hello, мы поспешили. Hello, Morgan. Вот, сплетня какая-то еще. Do you have a gold? У тебя есть золотая серьга? Что-то простенькое. Of course. Конечно, специально для пиратов два дублона. Dude, here's the money. Вот деньги. Спасибо, серьга твоя. Что за сплетня? Ты видела или слышала что-то в последнее время, чем могла бы поделиться? Да нет. У тебя осталось что-то определенное в памяти? Нет, мне было просто любопытно. Отлично. Спасибо, Санчо. Все, отправляемся обратно. Такое небольшое, маленькое вступление. Вот. Непонятно только почему так произошло. Так, там мы остров изобилия, да, по-моему? Да. Так, все, отлично. Идем к Начо. Отдаем серьгу.
Вот серьга. Теперь ты член моей команды. Так точно, капитан. Я пошлю одного из своих людей за тобой, когда мы будем готовы отплыть. Есть, капитан. Все, отлично. Отличненько. Так, сохранились грустные воспоминания. Новости о Бобби надо сообщить. Нелл. И отправиться спасать Элизабет. Смотрите, у нас Эммануэль здесь. Эммануэль. Или просто Мануэль. Просто Мануэль. Так. Hello, Nell. Привет, Нелл. Hello, Morgan. Привет, Моргана. Прости меня за спешку, я помогаю сеньору Бриско. Перед тем, как переехать в Англию, мои родители были хорошими друзьями Бриско. Думаю, у меня есть новости про Бобби. Он был на пустом острове. Бобби? На пустом острове? Ты говорила с ним? Сказать правду. Да, не будем лгать. Нет, мне только что сказали, что... Он присоединился к пиратской команде. Это все, что я знаю. Огромное спасибо, Моргана. Ты всегда была хорошим другом. Послушай, Нелл, я буду искать его. Если мы встретимся, я расскажу ему о твоих чувствах. Огромное спасибо, Моргана. Ты всегда была хорошим другом. Кроме этого, она больше ничего не знает. Не стоит благодарности. Так ведь ведут себя друзья. Отлично. Так. Сеньор Бриск? Yes? Which way is your house? Как попасть к вам домой? It's not far from town. Это недалеко от города. Мне показать путь? Please do. Будьте любезны. Wait. Подождите. Симпкинс оставил охранников. Мы должны их пройти. Нас застрелят, если мы попытаемся. Послушайте, они говорят. Мне скучно. Да, я тоже. Хоть бы кто-нибудь попробовал залезть внутрь, чтобы я его застрелил. Мы их застрелим, а потом выпьем. О, да. Я убил бы за грог. Сейчас мне скучно и хочется пить. Как мы пройдем мимо таких кровожадных пиратов? Нам нужен план. Так, ты была права насчет осторожности. Как нам пройти мимо этих охранников? Они точно видят сквозь маскировку. Я должна пройти мимо них незамеченной. Так. Они говорили про выпивку. Значит, надо купить выпивку. И что-то с ней сделать. Извините. Yes? Да. Нужно разобраться с охранниками. У вас будет неприятность с властями, если вы станете противостоять городской охране. Не городская охрана, люди Хиллари Симпкинса. Он должен мне денег. Можешь их из него вытряхнуть. Возможно. Вы продаете крепкий алкоголь? Да, это очень сильный ром. Несколько глотков, и ты пьян. Большинство используют это для чистки кухни или прочистки труб. Прекрасно, я его беру. Это 5 дублонов за небольшую бочку. Здесь деньги. Так, долг отцу мы так и не вернули. Спасибо. Долг отцу мы так и не вернули. И потратили все деньги, короче. Возвращать нечего. Ладно. Так, у нас есть алкоголь. Надо как-то... Не знаю. Давайте, может, с Мануэлем поговорим. Может, кто-то он предложит. Hello, Manuel. Привет, Мануэль. Do I know you? Я тебя знаю. It's me, Morgan. Это я, Моргана, помните? Нет. Обычно я помню красивых женщин. Это комплимент или оскорбление? Вероятно, вы помните меня ребенком.
Когда я был ребенком, ты еще не родилась. Было бы разумнее говорить со слом. Когда я была ребенком, я помогла вам. Ваша повозка загородила тоннель. Это была ты? Арно сказал мне, что это был он, и я дал ему дублон. Засранец. Этот Арно. Если мы спрячемся в вашей повозке, вы отвезете нас к дому сеньора Бриска? Зачем вам прятаться? Там бандиты, охраняющие вход, и остальные, которые могут нанести вред моей жене. Звучит опасно для меня. Зачем я должен рисковать своей жизнью? Вам ничего не угрожает. Им нужны мы, а не вы. Я лучше не буду рисковать. Засранница. Что, если я вам помогу? К примеру, ты выполнишь мои поручения за меня? Согласна. Нет, подождите, я не согласен на сделку. Соглашайся, парень, если ты согласен на сделку с Морганой, то я добавлю тебе 10 дублонов. Теперь мы говорим на одном языке, сеньор. Все за деньги, все за деньги. Всем правят деньги. Какие поручения ты хочешь, чтобы я выполнил для тебя? Моя беременная младшая сестра выходит замуж через пару дней. Мне нужна рубашка и на церемонию. Это будет легко устроить. Более того, мне нужен подарок для молодой пары. Я мигом все сделаю. Пожалуйста, скорее. Мне нужны деньги, чтобы достать все нужные тебе вещи. Деньги? Это что, новый способ вымогательства? Ты можешь сбежать с моими дублонами. Как мне выполнить ваши поручения, если вы не даете мне деньги? Нет, я лучше сам выполню поручение. Так, понятно. Вы даете 10 дублонов сейчас, или можете забыть о добавке. Тогда забудьте о добавке. У меня нет 10 дублонов. Ну и как же вы завершите ваше поручение? А почему ты думаешь, что я стою здесь, вместо того, чтобы заняться делами? Я добуду, что вам нужно, если вы спрячете нас от охранника. Я думаю, у меня нет выбора. Моя жена прекрасно орудует скалкой. Должен признать, Моргана, у тебя отлично получается. Ты избавила меня от необходимости платить бонус. Если захочешь отказаться от пиратской жизни, я с радостью дам тебе работу у себя. Море у меня в крови. Так. Окей. Что нам? Нам нужно... Так. Обмануть. Нужно придумать план. Понятно. Новая рубашка. Мануэль попросил меня найти ему подходящую чистую рубашку. Фу, а где мне эту рубашку искать? Hello, okay? Я ищу мужскую рубашку. У меня нет ничего подходящего, я не продаю одежду, чтобы разбогатеть. Есть идеи насчет подарка на свадьбу? А как насчет посуды? Можешь мне продать немного? Нет, это просто мысль. Так, окей. Свадебный подарок, а что у нас... Можно для свадебного подарка сделать. Сеньор Бриск? Yes? Я знаю, вы волнуетесь, но с вашей женой все будет в порядке. Как ты можешь знать наверняка? Тебе стоит поторопиться. С каждой минутой Элизабет все ближе к смертельной опасности. Окей. Так. Есть идеи, как мы можем помочь Мануэлю со свадебным подарком? Когда мне нужна благосклонность, Элизабет, я покупаю ей драгоценности. Значит, вы покупаете много драгоценностей. Почему же да? Как ты узнала? У вас нет ничего, чего-нибудь, что я смогу дать Эммануэлю. У меня дома много вещей. У вас есть рубашка, которую мы можем одолжить Мануэлю? Только дома, но для этого нам нужна помощь Мануэля, так я смогу туда попасть. Блин. Может, на корабле что-то есть? Не знаю. Where do you want to go?
Ну, может, Диего? Диего? Yes. Запертый дом. Можешь помочь мне попасть в мой старый дом? Дверь заперта. Твой отец был бы в ярости, если бы узнал. Тогда не говори ему. Ладно. Я вообще по другому вопросу пришел, но ладно. Так, давай поговорим с ним. Ладно. Диего, откроешь мне дверь? Я не думаю, что это хорошая идея. Если капитан узнает, мне не сдобровать. Ты слабак? Не хватает сил открыть дверь? У тебя странная манера убеждения. Оскорбление против меня не сработает. Просто сделай это. Это приказ. Я отказываюсь, и ты не сможешь сообщить об этом отцу. Это был и мой дом, я прошу тебя сделать это в качестве одолжения. Мы же не в чужой дом вламываемся. Это правда. Забудь, Моргана, оскорбление, приказы и обман — все не то. Не стоило применить другой подход. А, мне стоило применить другой подход. Блин. Hi, Diego. I've been better, thanks for... Diego, will you... I don't think it's a good idea. Папа все больше и больше беспокоен воспоминания о маме. Я волнуюсь, как бы он не сошел с ума. Попробуем по-другому. Это действительно так. Я также волнуюсь. Папа не просто так сделал меня капитаном. Ты хочешь пойти против его воли? Конечно нет, но я не уверен, что он имел в виду. Это правда. Хорошо, Моргана. Я открою тебе дверь. О, отлично. Благодарю, Диего. Отлично, сработало. Если кто-нибудь спросит, я ничего не знаю об этом. Не думала, что эмоции будут такими сильными. Последний раз, когда я была здесь, папа пил и кричал так, как будто у него сердце разрывается. Он проклинал богов за то, что они забрали его жену. Диего сказал, что мне не стоит видеть папу в таком состоянии, и увел меня на корабль. Итак, что здесь подойдет на роль подарка для Мануэля? Так, роль подарка здесь надо искать, значит. Стол. Мне не стоит сидеть на месте, иначе я начну плакать. Окей. Маму бы мучили кошмары при мысли, что ее дом находится в таком состоянии. Так. Паучья паутина, арбалет. Воу. Взяли арбалет. Кстати, в детстве порывались взять арбалет, и вот она, мечта сбылась. Так, паутина. Мама would have had... Понятно. Детские рисунки валяются. Книга флоры и фауны. Это книга о флоре и фауне. Я лучше оставлю мамину книгу здесь, пока не буду причиной забрать ее с собой. Так, кругом паучья паутина. Может быть, тут есть что-то подходящее для Мануэля? Что? Что такое? Воу-воу-воу. Что это было? Что происходит? Что?
Что это за выкрутасы? Wake up. Просыпайся. Wake up, Morgan. Просыпайся, Моргана. Чё за фигня? What the hell is happening? Что, чёрт возьми, происходит? Какая-то мистика началась. Моргана в детстве. Ты я? I know. Я знаю, если честно, то я немного разочарована. Я не понимаю. Я надеялась вырасти такой же прекрасной, как мама. Я что, каким-то образом переместилась назад во времени? Не будь дурочкой. Это сон, конечно. Ты что, сама не можешь понять этого? Не помню, чтобы я была такой несносной. Но это твой сон. Мама хочет, чтобы я здесь убралась. Тогда почему ты не сделаешь это? Это твой сон. Ты должна выполнить все, что нужно. Почему ты все еще здесь? Ты думаешь, что я сама, что сама сможешь с этим справиться? Маленькое одеяло. Его надо убрать, что ли, или что? Я заберу это. Бумаги. Чем мы подобрали-то? Чистый лист светло-коричневой бумаги. Это одеяльце для детской кроватки. Кисточка для рисования. Моя детская кисточка для рисования. Понабирали всякого. Дубаниты. Мама? Мама? Нет. Я в кошмаре. What did you expect? А кого ты ожидала? Пасхального кролика? В смысле? Почему? Что это было? Не хотелось бы снова видеть это лицо. Я в кошмарном сне. У мамы лицо демона. А что надо сделать? Одеяло и накрыть одеялом? Чистый лист. Кисточку. Мистер Картошка здесь. Краски. Чистый лист, кисточка, краски. Так. Это было весело. Я ничего не рисовала с тех пор, как мама умерла. А, может и подарить? Yes. Да, красиво. Это поможет мне, но нужно что-то большее. И все? Не думаю, что это хорошая идея. Так, ваза с цветами. Цветы ей подарить, что ли? That was a bad idea. Плохая идея. Лучше оставлю цветы в покое. Дверь спальни. Да что ты там все? Я не могу сбежать. Дверь заблокирована. Что происходит? Что надо сделать-то? Я что-то вообще не понимаю. Окна, дверь спальни, ваза с цветами. Одеяло как новое. А, да ладно. Иди, Моргана. Мама? Мама?
I love you, mama. Я люблю тебя, мама. You're a good girl. Хорошая девочка. А, надо было тупо убрать, короче, одеяло. Да, она же говорила убраться, типа. Понятно. Че, теперь в спальню можем войти, нет? Perhaps I can now leave. Похоже, теперь я могу закончить свой сон. I'll resolve the я разобралась с духами, я приведу сюда папу, даже если придется сделать это силой. He may not be ready. Возможно, он еще не готов. Besides, кроме того, нужно сначала сделать кое-что более срочное. Конечно. Элизабет. Yes. Да, теперь ты можешь взять это в подарок. Когда ты увидишь знак, ты должна привести сюда папу. Какой знак? Да, вот это наваждение какое-то. Кстати, картины вот этой не было, да, по-моему? I'm sure. Я уверен, что мама предпочла бы оставить это здесь. Или была картина, я что-то не... Так. The blanket looks as good as new. Одеяло как новое. Как такое возможно? Whatever. Тем не менее, это может быть прекрасным подарком для Мануэля. Окей, подарок есть. Можно валить. А что делать с рубашкой? Где ее взять? Я пока не знаю даже. Так, давайте направимся на корабль. Может, все-таки... Что? Что это было сейчас? Может, все-таки на корабле у нас... Да что ты сюда-то пришла? Похоже, какие-то дети стащили зеркало, которым я отвлекла Арна. Если это не было обожравшийся пустозвон. Чего, блин? Так. Дверь в городскую ратушу. The town hall hosts the local... Здесь рубашек никаких нет. Открытый сундук. Карты, карты, карты. Шкаф. Понятно. Ну, я почему-то думаю, что, скорее всего... В доки идем. Скорее всего, этот... рубашка. А может, там? В подсобке? Ну, я думаю, что рубашка на корабле. Скорее всего. Здесь-то по-любому нет никаких рубашек и всего тому подобное. Excuse me. Yes. He looks like. Hello, Nat. Hello, Captain. Так. Would you happen to have? У тебя нет запасной рубашки, которую я могла бы позаимствовать? Of course, Captain. Yeah. Конечно, капитан. Вот. Да ладно. Я просто так проверил. You have my thanks. Большое Nacho. Спасибо, Начо. Ну вот и все. Так. Here. Я нашла тебе рубашку на свадьбу. Спасибо большое, Моргана. Это одеяло станет хорошим подарком для молодоженов. Слишком мало. Оно недостаточно большое для кровати супругов. Одеяло для детской кроватки. А, тогда это чудесный подарок. Спасибо.
Поторопитесь, мы достаточно задержались. В самом деле, Мануэль, мы готовы отправиться в дом сеньора Бриско. Да, Моргана. Вот так вот рубашечка подвернулась даже. Сейчас бы ползал, на корабле бы искал. Как ниндзя, блин. Так, окей. Теперь нам надо как-то подсунуть выпивку. Интересно, зачем здесь звонок? Мы привыкли использовать его, чтобы звать детей на ужин. Разве так мы себя не выдадим? Упс, вы правы. Так. Так. Немножко я не понимаю. Я не могу передать им напрямую, но могу поставить рядом. А, да ладно. Мне нужно найти способ привлечь внимание охранников так, чтобы они обнаружили бочонок. Звонок позвонить, конечно. А, с арбалета, короче. Точняк. Нет? Груша? А? Что за шум? What was that noise? Эй, посмотри на это. У нас тут бочка рома. Нам стоит посмотреть, проверить, не испорчен ли он. Мне кажется, пара добрых глотков грога еще никому не повредила. Это крепкий грог. Так, один готов. Пей, не стесняйся. Второй готов. О, он действует быстрее, чем ожидалось. Так, отлично. Теперь проникаем в дом. Так, сохраниться надо. За статуи. Эти статуи уродливы. Закрыто. Мне кажется, я слышала шум внутри. Так, наверное, Бриско надо выбрать и на дверь. Нет? Сеньор Бриско? Да, дом выглядит неприступным. Как лучше попасть внутрь? Туда только один путь, через парадную дверь. Ключ. У вас есть ключ от двери? Я уже говорил, Симпкинс забрал мои ключи. Что насчет запасных ключей? Элизабет их спрятала, потому что я всегда терял свои. Она также раздала запасные ключи некоторым из наших друзей. Каким друзьям? Я не знаю. Я осмотрюсь. Понятно, надо теперь искать ключи у кого-то. Так, ну друзья, женщины дружат с женщинами обычно. Давайте у Нелл спросим.
Привет, Нелл. Привет, Моргана. Элизабет Бриско когда-нибудь давала запасной ключ своим родителям? Возможно. Я разложил разнообразные приветы моих родителей здесь, в горшке. Позволь мне проверить. Ну, у меня есть ключ, я не уверен, что это именно он, но может... Но можешь взять его. Спасибо, Нелл. Подожди, ты не подбиваешь линия господину Бриско? Он женатый человек. Конечно нет, я помогаю ему спасти жену от людей Симпкинса. О, тогда лучше просто поторопиться. Так, отлично. Ну это логично и проще пареной репы было просто. Так. Давайте уже наконец войдем в этот дом. И вызволим жену. И вызволим Элизабет. Поторопись, Моргана. Я уверен, с Элизабет все будет в порядке. Где, черт возьми, вы были, Томас Бриско? Отговорки недопустимы. Ты пропустил мой обед для Гамильтона. Послушай, любовь моя. Даже не пробуй меня смягчить. Полагаю, тебе непонятно, как меня это может смутить. Вы отправились на поиски, не сообщив об этом своей жене? Дело в том, что... Это будет тебе дорого стоить. Простите, Элизабет. Да. Через секунду вы будете свободны. Вы в порядке? Конечно, я уже привыкла сидеть связанной. Я недовольна лишь тем, что мои драгоценности были похищены, пока ты где-то шлялся. Прости, Элизабет, мы вернем их, не так ли, капитан? О, да, непременно. Что-то еще происходило, пока Хиллари Симпкинс и его люди были здесь. Они были невероятно грубыми. Когда я спросила, хотят ли они после обеденного чая бутербродов с огурцом, они отказали от моего любезного предложения. Действительно, некоторые люди не лучше животных. В случае с Симпкинсом это оскорбление для животных. Отталкивающий молодой человек что-то взял с твоего стола, Томас. Я была связана и не могла его остановить, но была просто в ярости. Он обляпал грязными пальцами всю мою прекрасную мебель. Сеньор Бриско. Да. Вы не любите свою жену? Конечно, да. Тогда почему вы не рассказали ей о поисках? Это был единственный путь, при котором она не воспротивилась бы. Капитан Симпкинс будет доволен этой маленькой жемчужиной, которую я нашел. Откуда ты знаешь? Ты же не умеешь читать. Ну, вообще-то я рассказала ему, что это было. Он угрожал мне. Да, я сказал, что пролью бренди на ковер, если она не согласится. Ты все равно это сделал, подлец. Сейчас я собираюсь потопить прелестную деву. Нет. Да ладно. О нет, он заманил нас в ловушку. Мы должны сбежать и вернуть все, что похитил Симпкинс. Более важнее предупредить мою команду о планах Арна. Мой ковер! Бренди воспламеняется. Кто о чем? Мы должны бежать, пока не сгорели. Кто о чем? Ковер 2, ковер 1. Так, давайте сохранимся. И, короче, нам надо что-то сделать. Потушить, да, наверное, или... Ковер испорчен, но рассуждая позитивно, одной вещью меньше для чистки. Если бы у меня были сосиски, эта драма превратилась бы в барбекю. Маленький кошелек. У меня были голубые бриллианты в этом кошельке. Я думаю, тогда вы не будете скучать по кошельку. Оу. Ставни загорелись, что ли? Что это? Из-за огня я не могу дотянуться до окна. Пистолета.
Я могла бы использовать порох, если бы у меня был соответствующий контейнер. Контейнер есть. Так. Позволяет наполнить что-нибудь порох. Кочерга. Этот железный прут кочерга может пригодиться. Камин. Портрет Томаса Бриска. Портрет Томаса Бриска. О, у нас там загорается уже. Все горит и горит. Так, кочергой, наверное, открыть. Ставни нет. Блин, а что делать-то? Выстрелить. Нет. Пламя. Шелковая занавеска. Занавеска сделана из шелка. Когда огонь настигнет, она будет хорошо гореть. Одна из этих сестёмок может пригодиться. Как вы смеете? Вы должны мне этот набор занавесок. Мне плевать на твои глупые занавески, если Моргана спасет нас. Я? Ты. Так. Что делать-то? Что делать? Окно. Почему в окно нельзя выйти? О нет, люди Хиллари забили ставни. Мы в ловушке. Что-то с этими ставнями, короче, надо делать. Так, мы задохнулись, короче. Вот. Надо придумать, что сделать. Портреты, портреты, гобелен. Гобелен. Выглядит очень дорого. Поправка. Он был очень дорог. Так. Нет. Дверь закрыта. Арно забил ставни, сейчас мы действительно в ловушке. А, короче, взорвать что ли надо? Давай. Сейчас мне нужен запал. Запал. Вот это что ли? Запал. Теперь он готов. Поджечь. Была не была. Неужели у нас получилось? Что вы делаете? Мы должны потушить огонь. Я буду звонить в колокол на помощь. Мы с Элизабет сосредоточены на огне, пока ты останешься, пока ты остановишь Арно. Спасибо. Так, погоня. Схватите Арно до того, как он покинет остров. Используйте стрелки влево-вправо для движения Морганы. Треугольник наверху экрана подскажет, где Арно. Вы начнете с тремя жизнями. Касание препятствий лишает одной жизни. Игра закончится, если у вас закончится жизнь или закончится время. Давайте попробуем. Чё там? Так, надо оббегать, типа. Оу! Моргана взорвалась.
Так. Короче, оббегаем препятствия. Ускорения-то, наверное, нету здесь, да? Догнать этого Арна, короче. И давать ему люлей. Засранцу этакому. Так. Ямки. Долго еще бежать-то? Или надо как-то ускоряться? Не успел, успел, нет. Вы выиграли. А, отлично. Больно. Что? Почему корабль Симпкинс отплывает? Нет. Подождите меня. Рацел, Карл, свяжите его. Он хотел подорвать деву. Оставьте его нам, капитан. Да, он действительно пожалеет, когда мы закончим с ним. Просто свяжите его. Но почему Симпкинс уплыл без меня? Видишь, никто тебя не любит. Сейчас ты расскажешь мне, куда направился Симпкинс. Но я не знаю. Я действительно не знаю. Хотите, мы развяжем ему язык, капитан? Арно трус. Должно быть, он говорит правду. Симпкинс ничего не знал, пока не появился здесь. Кто-нибудь слышал об острове Таннера раньше? Нет, капитан. Не я, капитан. Я тоже о нем не слышал. Никто тебя не спрашивал. Эта карта связана с нашими поисками. Мы должны искать дальше. Как быть с этим мерзавцем? Оставь его привязанным к столбу. Может, местные будут швырять в него гнилыми фруктами. Стой, Моргана. Я клянусь, ты заплатишь за это. Говори, что хочешь, Арна. Раца, сходи за Начо в трактир. Мы уходим. Ну что ж, друзья. На этом будем заканчивать. Элизабет спасли. Вот, дом, правда, пострадал. Нашли какую-то карту, что ли, это записка, я так и не понял. Вот. Нашли еще одного члена экипажа. И продолжение поисков золотой черепахи мы будем продолжать в следующей серии. На этом я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.